Завтра Международный день борьбы с коррупцией. Сегодня прокурор Красноярского края Михаил Савчин провел пресс-конференцию, где рассказал о достижениях ведомства в этой сфере. Так, по данным прокурора, нарушения в подаче декларации по доходам и расходам в разных органах власти обнаружено более 1800, что на четверть больше, чем в прошлом году. В целом дел, где фигурирует коррупционная составляющая, выявлено более 7000, а средняя сумма взятки выросла с 6000 рублей в прошлом году до 103 тысяч. Причем это произошло из-за двух дел, где фигурируют многомиллионные взятки. При этом Красноярский край находится в первой пятерке регионов России по уровню выявления преступлений, связанных с коррупцией, что прокурор положительно оценил. Мое твердое убеждение, что стали лучше на нашей территории работать правоохранительные органы в части выявления таких преступлений. Но могу с вами согласиться в той части, что явно чиновники не стали лучше, к сожалению. Но боятся, это видно по материалам уголовных дел, по материалам проверок, боятся правоохранителей. Это радует, но хотя бы чего-то боятся они. И нет у нас такого всплеска, допустим, совершения преступлений коррупционной направленности, как имеется в некоторых регионах.